Всем привет, привет. Хочу сказать спасибо, что на меня подписываетесь. Уже 100, больше 100 подписчиков. Вот так, спасибо вам большое за подписку. Кто не подписался, подписывайтесь. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите что, как. Кого вам еще показать? Ну вот, забрали у меня заказанных перепелят. Вот это у меня остаток. Феникс и техасцы. Вот так вот. Расскажите родственникам, близким о моем канале, начинающим птицеводам. Может, кому будет интересно мой канал. Да, цып-цып. 12 штучек вот здесь. Вот так. Вечерок. Вот, хочу сказать про селядонов. Вот, отсадил я их. Сегодня посчитал. Тут 20-30 штук. 10, получается, у меня самцов. И 20 самочек. Вот, сегодня снесли 8 яиц. Вот, умницы. Красавицы больше нету. Вот так. Вчера видео выкладывал про забой. Забил я вот этих вот молодых перепелов. Что у меня отсеялось. Из 16 у меня половину ушло на забой. 8 штук. Вот здесь один самец и остальные самки. Или два, вот. Не помню. Вот так. Сейчас в инкубатор, что посмотрим, что вышло. Вот инкубатор у меня. 37,5 стоит. Что-то 37,5, вроде 37,4. Значит, вот. Отключил уже аккумулятор. Что уж ничего не выйдет. Вот здесь А2. Один вертолетик, другой вроде нормальный. Но не знаю чего. И вон два яйца осталось. Как-то так. Вот к вечеру пришел. Цыплят продал. Вот что осталось, вам показал сейчас. И вот здесь два, и там пару осталось. Но они живые, и смысла их держать нету, только мучить, что это. Сегодня уже 18-е сутки заканчиваются, поэтому инкубатор у меня отпахал еще один вывод. Поэтому вот так буду выключать его, наверное, что это. Полупустым его гонять. Вон, из-за двух яиц, и все. С чем мне. Поэтому сейчас выключу его от сети. Вот так, все. Выключил инкубатор, поэтому все. Вот этих двух туда уберу сейчас, к тем. И все, вот эти вот. Ну, придется их это выкинуть, что это не вывелись. А чё их, если сейчас их вот доставать? Пробовал доставать их, ничего хорошего не случилось. И потом через несколько часов, через несколько дней они также померли. Что это, если своими силами не выбрались, то все, смысл ждать их нету. Ну все, вот так. Инкубатор сейчас помыть надо. Вот так день мой прошел. Вечер. Закладывал я в инкубатор больше 100 яиц, 120 около. Вот, что у меня не вышло, они отдельно, штук 8 яиц. И вот два еще живые вышли бы, но что-то им не хватило. И вот, вышло около больше 110 яиц. Как-то так. Рекомендую, кстати, инкубатор Матрица Дели. В комплект вот что входит. Автодолив я вам рассказывал в прошлом видео. Кто не видел, смотрите. Ссылку под роликом оставлю на мой канал. Что отсылайте кому-нибудь, что подписались на меня. И вы, конечно, если подписываетесь, не подписались, подписывайтесь. Все. Всем пока-пока.